прошедшей неделе был запущен в работу новый водопровод в селе Ямансарово. Воплощение этой идеи в жизнь стало бы невозможным без помощи районного муниципалитета, проекта «Реальные дела» и самих ямансаровцев. Искренне поблагодарила всех за поддержку глава сельского поселения Нурия Шарипова. Хорошо, что мы собрание уже начали рано с весны. На сходе граждан население поддержали. Я, конечно, очень боялась, когда я говорила, что не знаю, получится, нет, сможем ли мы. Это бабушка, которая сидит, которая получает 7 тысяч пенсии, это для них очень большие деньги. Они сказали, руки боятся, глаза делают, давайте возьмемся, все поможем. Но и не было человека в деревне, чтобы кто-нибудь не помогал. Не верится, что мы дошли до этого дня, что мы это сделали с вами. В селе Ямансарово давно существует организация самоуправления «МИРАС» для решения местных насущных вопросов. 3 года назад под ее руководством была возведена мечеть. Сейчас построен водопровод. И в реализации каждого проекта всегда активно участвуют жители села. Это непростой вопрос построить за 1 год 4190 метров, сами понимаете, и за 1 204 000 рублей. Из этой суммы было выделено 780 собрано, как Нурия Адмиловна сказала, 150 из бюджета республики, 150 из бюджета районного совета. Остальное сейчас за счет сельского поселения. За успешную организацию работы и помощь в строительстве водопровода грамотами и подарками были награждены жители села, руководители и сотрудники учреждений. И для всех приглашенных в завершение мероприятия выступили сельские творческие коллективы и сольные исполнители.